Эйр Берлин. История с пакетом Атамбаева продолжается. Сначала арест адвоката Икрамеддина Айткулова. Затем следует арест личного шофера Курсана Асанова. И теперь уже арест сына Курсана Асанова. Внимание! А теперь замедленная съемка. Обратите внимание на руки Курсана Асанова. Вы видите в руках пакет? Лично я – нет. Также прошу обратить ваше внимание на время. 21.06 – время с камер видеонаблюдения. И 20.59 – время, указанное в деле, когда произошла передача пакета или документов Курсаном Асановым его шоферу. В этот момент на заднем плане открываются ворота. Внимание! Выезжают две машины. Машина с шофером Курсана Асанова в этот момент никуда не выезжает и находится на территории МВД КР. Кто выехал на этих двух машинах? Нам показывают, как якобы машина с шофером Курсана Асанова движется к месту передачи документов. Внимание! Время 20.56. Как такое возможно, если 21.05 шофер Курсана Асанова прощался с Курсаном Асановым на территории МВД КР? Внимание на время. 20.51. Машина с шофером Курсана Асанова находится на стоянке МИД КР и ждет сына Курсана Асанова для передачи документов. Как такое возможно? Мы все видели, что 21.05 Курсан Асанов вместе со своим шофером находился на территории МВД КР и никуда в этот момент не выезжал. Кто находится в этой машине и ждет сына Курсана Асанова для передачи документов? Теперь переходим к видео с сыном Курсана Асанова. Время 20.57. По данным, указанным в деле, сын Курсана Асанова выходит из подъезда и направляется к стоянке, где он подходит к своей машине. Но мы не видим, что машина с сыном Курсана Асанова заводится и покидает стоянку. Запись на этом моменте обрывается. Во сколько выехала машина и где она была, неизвестно. В 21.05 машина движется к месту встречи. Но в 21.00 машина уже на стоянке МИД КР. Как такое возможно, если она двигалась в 21.05? Дальше, в 21.02 по времени с камер видеонаблюдения, они уже разъезжаются. Значит, произошла передача документов. Но почему в деле указано 21.12? Откуда появились эти дополнительные 10 минут? Внимание! Шофер Курсана Асанова движется обратно в МВД КР. Время 21.42, но он еще в пути. Смотрим дальше. Время 21.21. Он уже въезжает на территорию МВД КР. Сразу видно, что это дело сфабриковано. Очень плохой монтаж. Время 21.19. Машина с сыном Курсана Асанова возвращается на стоянку возле дома. Мы не знаем, во сколько машина выехала и куда она ездила. Как говорится, дело молодое. Возможно, он ездил к своей девушке. Это его личное право. Но факт остается фактом. На встречу с шофером Курсана Асановым он не ездил, так как мы все видели, что шофер Курсана Асанов не мог в этот момент находиться на стоянке МИД КР и тем более передавать документов, которых у него не было. А теперь вопрос. Видно, что это очередная грязная подстава для давления на Курсана Асанова. Мы видели, что водитель и сын Курсана Асанова ни при чем. Обращаемся к следователю Генеральной прокуратуры. Во-первых, кто вам дал право разглашать информацию до завершения судебного процесса? Видимо, закон о неразглашении работает не для всех. Во-вторых, как долго мы будем делать за вас вашу работу? Ваш киноляп провалился, но музыка к видео зачетная. В-третьих, мы опровергли все ваши беспочвенные доказательства, поэтому у вас нет никаких доказательств для задержания шофера Курсана Асанова и сына Курсана Асанова. Как можно детям какие-то предвзятые претензии предъявлять и подозревать? Что-то им пакет покоя не дает. Кто же из них дома в таких пакетах брюлики прячет, золотишко и так далее? Вот и мерещится, что все так и делают. Скоро собаку Асанова объявят в розыск.
как оперативно сработали. Не смешите народ. Если даже они и встречались, то это ни о чем не говорит. О передаче чего-либо там ничего и не видно. Низко и подло детей втягивать. На больше ума не хватило. Почему Курсану мера пресечения – домашний арест, а сыну в СИЗО? Уже одно это обстоятельство напрягает. Это видео, запись ни о чем. Где доказательства? Не надо позволять нарушать закон. Сегодня им шьют дело, завтра любому из нас что-то пришьют. Кто будет следующим? Собаку и кошку тоже в розыск. Вдруг кто-то видел, как сын Курсана передал документы специально обученной собаке, которая по секретным тропам доставила документы на межгалактическую станцию Атамбаева в созвездии Южного Креста.